Привет, молодой Диккенсен, как тебе здесь? Спасибо, значит, посмотрим, привет. As the sun breaks above the ground, and... Но все равно Кипелов намного круче звучит. Он какой-то ground, ground, вот это какая-то давка. То есть понятно, что потом скажут, что обосрал Диккенсен. Нет, не обосрал Диккенсен. Понятно, что Диккенсен умеет петь, это вокалист, это не Хэтфилд, это не Танкян. Но сама по себе эта манера, она все равно какая-то вся задавленная. То есть Хэтфилд, в смысле, это не Хэтфилд, а Кипелов, он прям льется, да, там и Булгакович льется. Или сегодня, допустим, этот чувак Мэтт, как вот там Майк Мэтт, не помню, который делал кавер на Always, они льются. А здесь, ну, как бы давленный чувак. Man stands on the hill, as the ground warms to the first rays of light. A bird song shatters the steel. Он какой-то, возможно, здесь говорит, что он баритон, да, из-за того, что он пытается вот это вот давиться, как бы, ему ноты высоки, он их нормально брать не может, ему приходится вот так вот беркутить. Беркут же тоже похоже звучит, то есть беркут как поет, вот этот какое-то кричание огнем, какое-то, ну, то есть прям давка какая-то жуткая, просто давка. То есть, допустим, Житников тоже сам реально прям льется, да, то есть из него. А вот эти все какие-то, ну, такие давленные ребята. Какие-то вот такие, поэтому... Не, я это как бы... Iron Maiden арии уступает, ну, Кипеловская ария, естественно, уступает прям очень сильно по всем фронтам. Прям по всем именно, абсолютно. Гвозди еще в конце барабанщик. Он утер Ларса с первого удара. Сейчас посмотрим. Спасибо.